приехали навестить закатовских разбойников. Соник и Медок живут в городе, в областном центре. Соник! Сонь! Соня! Соник! А где Медок? А вон Медок. Зачем эту, как его, дерут какую-то скатерть? Соник, все бы вам грызть, ваша ночка и дымочка, так и живут в Закатове. А вы-то, тут на полном пансионе, вон у вас медведь. Ребята, хороша у вас здесь, хороша. А те по крыше бегают на улице, сейчас холодно, а у вас-то тепло. Соник, чё ходишь туды-сюды? Туды-сюды он только ходит. Туды-сюды. О, пошел куда-то. Куда-то пошел. А Медок забавляется с катертью. Медок, это ты в Закатове, значит, драл там под телевизором тоже с катертью. Медок человек. Медок, как жизнь? Чего? Тоже убежал, все. Он гуляет. Медок лежит. А Соник тоже чего-то делает. Два хулигана. Ух. Кто тут? Ко мне-то зачем? Отправил я вас. Ну чего? Какие хулиганистые? Разбойники. О, когтеточка у вас, да, когтеточка такая. Артисты одинаковые на вид. Двое из дворца одинаковые с лица. Ну ладно. Хорошие ребята. Чё, Соник, там лежанка у тебя, лежанка на когтеточке. Мягко она. А Медок чем-то занимается. Сам с собой. Ой-ой-ой. О, оба-два. Ребята, все устали, да, пора и поспать. В тепле-то разморяет быстро. Да. О, как у вас хорошо, все. У Соника глаза закрываются. А у Медка еще нет, он еще не совсем, не в кондиции. Соной, да? Ой, где-то собачка лая за стенкой. Нам только собачки не хватало, все. Соник.
Фоник. Медок. Где медок-то? Медок там с мурами какими-то забавляется. Медок. Все. Кто тут там? Ну ладно. Ночка, дымочка, и Моша тут ходят, домой пришли, я приехал, холодища, дома холодища, Моша, Люда что-то даже приходила сюда, в дом заходила, но она убежала, проверила, ничего тут хорошего нету, во, я ездил в Киров, и там Соника и Дымка. Привет! Вот тут улеглись на подушку Моша, Ноча и Дымоча. Вон они. Моша ночью чистит. Ну чего? Где бегали? Так сейчас дома, ой, там холодно, здесь вот подуша. А что-то у Дымка глаза такие сырые, слезные. Дымоча, ты чё, у тебя почему глаза-то такие? Не понял? Сыренькие, чё ты? Я не понял. Дымоча, Дымоч. О, теперь Дымка они оба облизывают. Я вот видел ваших Соника и Метка. Ой, они-то там живут в цивилизации, в городе, да. А вы-то вот тут вот живете. Ну ладно, давайте. Дымочка, о, гуляет. На улице. Ой, сыро, дождь идет. Дымочка темно вышел. Вон он там. Где-то бегает. Туда перемахнул. Дождик кончился. Котейки выходят на крыльцо. О, Моша пошла первая посмотреть, что там творится. А там где-то и другие, ну нет, кто-то удернулся. Моша, Мош, все в листьях, уже все опало, осень. Ага, Моша, ухом только ведет. Где-то ночка запропастилась, а две те-то серые живности где-то там бегали. Моша. Ой, и Моша обратно пошла. Люда вышла. Люда толста, как шарики. Вообще не понимаю. Где кого она нашла? Где-то исчезает. Здесь не спит. Не знаю, где она. Пропадает. А есть-то приходит. Ой, а где Дымочка? Вот Дымочка идет. Дымочка. Вон там. Сзади где-то. Амашка его. Моша. Ой. Вон они. Спина горбом.
Тут серые ходят. Люда вышла. Люда что-то их плохо воспринимает. Дымочка. Ой-ой-ой. Дымочка на пчелок охотится. Его еще, наверное, не жалили. Не-не. Дымочка. А вот Моша. Муша контролирует. Контроль арбайт. А Люда чего-то их не взлюбила. Своих нету. И этих не любит. И даже с Мошей где-то они вместе спали и все. На одной подушке. Теперь плохо воспринимают друг друга. И на этих она рычит. А куда ночка-то делась? Вот этих вижу. Дымочка. Дымочка. Солнышко вышло. Можно еще до зимы. Почти. Еще и время есть. Есть. О, затаился. Затаился наш дымочка. А что-то опять как в тумане. О, ночка. Ух, ух. Бежит. Ночь. А что, одна носишься? А где дымочка? Мамка. Ой, вон дымочка-то. Мамка ваша. Муша, да, где-то лежит внутри. А вы носитесь. О, зачесалось у дымочка что-то. Дымочка. 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 Ай-яй-яй, что-то грызет. Дымочка. Дымочка. Вон ты какой. Красавчик. Дымочка. А вон идет внучу. Внуча красавича. Эй, ноча. Ночки. Ой, куда-то убежала она. Она больно уж подвижна. А дымочка-то наш. Ой, он немножко посмотрительный. Дымочка. Ночка. Во. Туды-сюды я перевожу. Ноча. Ух, какая. Чернота, а вон, дымочка на нее все равно. Ух, ух, ух. Ух, два. Дымок. Ушел в зелень какую-то.